Сестра моя. Красавчик. Красавчик, меня с отеля переселяют с одного в другой, так что будем с тобой здесь встречаться. Блин, у него клещи, походу. Или блохи. Моментик. Центровой он пёс, он получается после отеля там у нас. На нашей окраине он по утрам, только не знаю, может там ночью где-то. Там весь день получается на центре. Пока, бомбинчик. Сразу вот как началось вот это все, бешеный ветер, волны, сразу людей как сдуло. Столько много людей было, когда я сюда шел. Сейчас вот почти уже. Бомбинчик, ты, наверное, самая любимая страна. Да, тебя все знают. Погнал, погнал. За воробьем. Молодой, гуляться хочет. Всем подходит, добрый, ласковый такой. Вот вроде и снимал, но снимал волны, уже вроде как и снимать не надо, а я все снимаю и снимаю. Не знаю, когда мне надоест. Просто потом когда-нибудь уже пересматривать это все самому интересно. Вспоминать все это. А тут рыбаков полно, вот там затишье такое, пойду к ним пройдусь. Все, бомбинчик погнал куда-то. Куда-то погнал. Такой, мне такой жалко, когда дождь идет, он бедный. С балкона когда-то утром выглянул. 8 утра дождь идет, он бедный сидит на вход в отель наш смотрит. Мокрый, мокрый. Посидел, стряхнулся, такой печальный. И пошел. Что-то ему надо придумать не солями, а что-то такое более существенное, чтобы оно, ну, большими объемами было, а не дорого стоило. Я даже не знаю, что ему купить, блин. Купи, покупай какие-то куриные запчасти или хрена.